И сегодня Мигель показывает нам, как готовить. Называется горшок цыган. Очень легкое вегетарианское блюдо. Режем все большими кусками. Цыганский горшок, посмотрим. Большие куски овощей, помидор, перец, лук и зеленая фасоль. Ну и также груши. La cabeza de ajo entera, ¿eh? Sí. Sí. Cuanto más pequeño, más rápido, pero es así más bolla, más fuerte. Изначально Мигель говорит, что горшок цыганский делался достаточно бедных семьях. Не было денег на мясо или рыбу, и добавляли овощи. Почему добавляют груши? Он говорит, что оно изначально как-то пошло это. Не знаю, попробуем. Чеснок целым куском мы не режем, мы отрезаем только верх и корень. Vale. Agua. Agua, vale. No hay cartuchos, ¿sabes? Sí. Cartagena, Almería, Málaga, Granada. Sí. Últimos moros. Ok. ¿Comprende? Sí. Último en España, sí. En Europa. Vale. Final. Ajá. Entonces, es típico de gitano. Nosotros habrá gitano, pero no correcto gitano, gente pobre. Vale. Okay. Los mismos moros. Okay. Esto más bien es moros, a ver, comida mora. Gente pobre que solamente comía lo que había. Pimentón. Pimentón. Guantanamera, guajira, ¿más? В конце добавили паприки и будем варить полчаса, потом добавим все. И ты? Посмотри, такие. Вот. И масло. Пипа. Полчаса будет готовиться. Саба. И накрываем крышку. Sal. ¿Qué es bolsa? Después. Es la receta, ¿eh? Miguel сказал, что мы можем поменять картошку также, если есть возможность, на сладкий батат. У нас не было, делаем картошку. No lo sé. Sí, ¿a sabes qué palabras hay? Выходила на берег Катюша. На высокий берег. Выходи. Mira, yo bailar sin percantando. Menos caldo. Because he tells later on you can use this broth for rice. Esta, mamá, así. ¡Qué comida más buena! Comida a los gitanos. Горшочек, цыганский горшочек. Claro. Будем есть ложками. Итак, всем приятного аппетита.